Добрый день, дорогие шестиклассники! Мы с вами продолжаем рассматривать предмет «Гражданское воспитание». Меня зовут Барбарош Оксана Валерьевна. Я преподаватель теоретического лицея имени Антиох Кантемира города Кишинева. Тема сегодняшнего нашего урока – спорные темы. Итак, что же такое спорная тема? Внимательно рассмотри рисунок и вырази свое мнение о его смысле. Некоторые проблемы из различных областей могут стать предметом полемики. Их называют спорными темами. И сегодня на уроке мы с вами сможем определять противоречивые спорные вопросы темы, осознавать эмоциональную составляющую спорных проблем, определять, какие проблемы могут возникнуть при обсуждении спорных вопросов. Что означает слово «спорный»? Спорный – это формирующий предмет противоречий, вопрос, в отношении которого существуют противоречия. Разногласие – спор на основе противоречия, жаркая дискуссия, ссора, непонимание. Полемика – разновидность спора, словесное противостояние. Ребята, используя рисунок и термины из словаря, объясните понятие «спорная тема». Спорная тема является предметом дискуссии и может в будущем приводить к конфликтам. Мнения относительно обсуждаемой темы различаются и подталкивают к дебатам в обществе. Тема является действительно спорной тогда, когда могут быть приведены веские доводы как за, так и против, когда обе позиции являются рациональными, документированными и свидетельствуют о хорошем понимании темы. Спорные темы бывают во всех областях – в политике, в экономике, праве и религии, и в других областях. Когда мы встречаемся с такими темами, необходимо внимательно их проанализировать во избежание формирования ошибочного мнения и, как следствие, неправильных действий. Нужно тщательно изучить аргументы каждого мнения и лишь затем принять решение. У некоторых людей, вовлеченных в обсуждение спорной темы, дебаты могут вызвать дискомфорт. Участвуя в дискуссии по спорной теме, следует выражать свою точку зрения спокойно и в вежливой форме. Ребята, внимательно рассмотрите фотографию. Образуйте две команды. Первая команда будет приводить аргументы в пользу существования зоопарков, а вторая – аргументы против этого. Свои аргументы выпишите на доске. Обобщите то, что вы написали на доске, и ответьте на вопрос, является ли существование зоопарков спорной темой. Ребята, найдите в интернете и проанализируйте информацию об использовании генетических модифицированных продуктов питания. Организуйте дискуссию на тему «За и против ГМО продуктов». Выпишите аргументы в схему. Сделайте выводы. С использованием интернета найдите тему, которая может быть спорной. Обсуди ее. Ребят, спорными могут быть не только темы, но и книги, в которых поднимаются спорные темы. «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена. Роман Марка Твена описывает контраст между мечтами детства и жестокой действительностью, поднимая такие вопросы, как равенство, справедливость и права человека. Из-за того, что в романе было 200 раз упомянуто слово «нигер», он был назван расистским и вызвал много споров, особенно в 20 веке. В то же время Эрнест Хемингуэй назвал его наилучшей книгой, которая у него была. Хорошо вам известная книга «Гарри Поттер» Джоан Роулинг. Несмотря на то, что серия «Гарри Поттер» вызвала неистовое возбуждение среди молодежи и не только, многие люди считают, что эта сказка направляет детей к оккультным наукам. Обсуди с одноклассниками спорные темы, затронутые в этих книгах. Назови другие книги, в которых рассматриваются спорные темы. Что в них спорного?
На этом мы закончим с вами наш сегодняшний урок. Спасибо за внимание. До скорых встреч на следующем уроке.